Всем привет, меня зовут Полина. Take a look at my girlfriend, 'cause she's the only one I got. And not much of a girlfriend, I never seem to get along. Всем привет, меня зовут Полина, сегодня я снимаю для вас влог. К сожалению, я хотела начать с тех кадров, когда я только-только проснулась, я их сняла, но они... Я не знаю, они удалились, или я утром когда чистила память своего телефона, нечаянно их удалила, и удалила, получается, я удалила сначала из галереи, а потом еще из корзины, и потом только поняла, что я их удалила. Отправляемся ставить вот эту вот картину вот сюда, вот на стеллаж наверх. И если вы поймете, то вы поймете. Если вы не поймете, то вы не поймете. Двигаю стеллаж, чтобы он более-менее казался ровным. А теперь смотрим в зеркало. Если вам не видно, то вот так вот я приближаю. И я надеюсь, что вы увидели, что это велики, это речка, это мост. То есть с зеркала это смотрится вообще обалденно. Ну и без зеркала вот так вот... Как бы это тоже неплохо. Просто чисто издалека. Если мы подходим ближе, то мы видим, то, что здесь просто накалякано, все непонятно. И я вчера ее очень много делала, потому что мне оставалось вот это полностью часть делать. Мне осталось только вот здесь вот некоторые штучки закрасить и вот эти вот пробелы. И все, и так я в принципе закончила сейчас. У меня остается буквально минут 10, наверное, чтобы ее закончить. И я иду уже, бегу одеваться. Вот так вот он. Включаем сериал и смотрим. Алло.
saying hello, 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 my friend. Я просто англичанка. Англичанка у меня от слова ничего не значит, просто человек. Сейчас я иду уже с тренировки. Несу вот такие вот пакетики. В одном из них лежит куртка, которую мы мерили. Там еще лежал платье, но у нас их забрали. А в другом все мои вещи, потому что я вот в таком суперском образе. Итак, кстати, мы... Я немного задержалась, буквально на минут 40. Потому что мы с командой снимали тиктоки. Вот. У нас как бы нет основного аккаунта с командой, но мы хотим его создать. Вот. И записали сегодня первое видео под песню... На make it chop, waking up, the sewer, the sewer. Я просто не английский, я вам говорю, поэтому я спела, как слышала. Вот. Иду домой, мне осталось выучить два предмета. А, даже один, наверное. Да, родную литературу. Написать 10 пословиц. И все. Увидимся дома. А я уже, мои дорогие, дома. Вот так вот. Такая вот я клевая. Сейчас я пойду быстренько покушаю, понемнёкую. И даже, наверное, не буду кушать, просто чисто попью водички, потому что я особо не хочу кушать. Вот, сейчас буду сидеть с сестрёнкой, а потом сделаю какие-то уроки, наверное. Ну, то, что у меня осталось. Распланирую завтрашний день, потому что завтра будет очень тяжелый день, на самом деле. У меня завтра тренировка в 6:20 утра. Утра, вы не ослышались, перед школой, то есть, ну... Я учусь во вторую смену, поэтому я приду домой и как бы все ок. Мне надеюсь, что творится такой беспорядок. Потом я еще хочу стол. Не знаю, вам видно или нет. Он здесь немного запачкан, но так как это стекло. Вот, это стекло отдельное, оно продавалось. Ну, мы купили, конечно, уже вместе со столом его. Вот, его тоже надо притирать, он очень грязный, потом я хочу притереть свой стол, мой Потапчик здесь сидит, он как бы всегда сидит, я его всегда ставлю здесь, чтобы он смотрел, кто входил в мою комнату, прибраться здесь немножко хочу, так, кстати, у меня вот такая вот подкладка с кошкой, я хочу поменять на более большую, такую белую прозрачную, вот так вот он, так что впереди время сейчас 5:24, чтобы вы видели, это как бы... Это вечера. На самом деле сейчас вроде бы должно быть такое время. Да. И вот моя водичка. Это простая вода, но бутылка с фреш-бар. Сейчас пойду, уже говорила, попью водичку и пойду сидеть с сестрянкой. Там еще у меня где-то еще одна должна быть вкусняшка. Сейчас мы ее найдем. Нашла. Они две одинаковые. Одну я взяла на вечер, а другую завтра в школу на перекусик. Такие вот. Я... Все, у меня очень болит голова. Но меня поддерживает мой Потап, мой друг. Он говорит то, что не переживай, все будет хорошо. Мне осталось доучить один урок. И вот. Я вот с ним борюсь. Он борется со мной, а я борюсь с родной литературой. Вот такие вот дела. Еще хотела сказать то, что я не пренебрегаю привычкам других блогеров. То есть... Если... Ну, я просто смотрю там всякие поучительные видео, и они рассказывают о том, что нужно читать, там все такое. Я начинаю читать, мне это правда помогает. Мне еще не было такого, чтобы я посмотрела видео, начала делать какую-то привычку, она мне просто не понадобилась или что-то еще. Еще я читаю книгу «Утренние привычки» на своем телефоне, на айфоне. Вот. А вот и все, собственно. Да.
просто читаю эту книгу, и я еще не начала ее читать, только вчера вечером поздно ее скачала, и, возможно, сегодня вечером буду читать, чтобы завтра утром сделать свой день намного лучше и ярче. Вот так вот. Сейчас я наконец-таки выбралась на улицу для того, чтобы немного развеяться и потанцевать. Поставим вас. Я пришла с моим Потапом, потому что он тоже захотел потанцевать, и почему бы его не взять. Да, кстати, кто заметил, я накрасила губы. То есть они у меня были накрашены, но слабо, я просто подкрасила, потому что сейчас буду снимать тиктоки. Я, кстати, придумала танец один, но я не буду вам говорить, под какую песню, я просто покажу. Надеюсь, вы догадались, под какую-то песню, я не буду ее петь, потому что там есть одно такое нецензурное слово. А сейчас я потанцую, и, возможно, вы будете видеть это все своими глазами. Потап очень нравится, когда я его подкидываю, поэтому сейчас вам покажу, насколько высоко я его подкидываю. Вот так-то. И Потапу это нравится, он меня просит постоянно еще его подкидывать, но когда я подкидываю, я не могу, я боюсь, что его не поймала. Он один раз упал, ему было очень плохо, но у него, получается, болела нога. Ну, типа, нормально все. Я его постоянно целую, у него вот здесь вот помада моя. Вот. Потанцую, вернусь домой и расскажу вам про свои планы на завтра. Потому что завтра, как я уже говорила, тяжелый день. У нас тут такая атмосфера с Потапом. Очень прекрасная. Мы смотрим сериал. Потап тоже здесь сидит, смотрит со мной. Сейчас уже время 8:30, наверное. Нет, 8. Чё, я обманула вас? 8. И все, я, наверное, заканчиваю этот влог, потому что я не знаю, что больше снимать, но завтра. Завтра будет второй день влогов. Я не знаю, делать ли неделю или нет. Если вы хотите неделю, то ставьте лайки, конечно же. Завтра я обязательно сниму влог, потому что завтра я встаю в 5 часов утра. Никогда экран не стал, но на тренировку. Куда деваться? Куда деваться, конечно же. Вот, но все равно, я думаю, я встану хорошо, хоть я и усну где-то в час, в два, возможно, ночью, выспаюсь 3 часа. Нормально, думаю, будет. Я не очень-таки устала за сегодняшний день. Вот. А мы с Потапом желаем вам всего хорошего. Потап, ну повернись, так некрасиво сидит. Мы с Потапом желаем вам всего хорошего. Ну что же, это было все, и всем пока-пока. Руки все в помаде теперь. Ну что же, это было все. И всем пока-пока.